Приветствую всех, кто смотрит мое видео, у кого есть желание заработать в интернете. Считайте, что у вас появилась реальная возможность заработать. Есть у вас сайт или нету, не имеет значения. Вот я тут открыл один файлообменник TurboBit. На его примере я покажу, как зарабатывать деньги. Так, ну понятно, вы загружаете файлы на файлообменник, люди их скачивают, вы получаете деньги. Но смысл в том, что если вы будете, например, только на своем сайте устанавливать ссылки на скачивание, то много вы не заработаете, да? Чтобы заработать приличные деньги, вам надо будет закинуть ваши ссылки на скачивание на много сайтов. Чем больше будет сайтов, тем больше будет денег. Называют это сайты DL-сайты. Вот давайте перейдем в мой раздел. Я вам порекомендую. Вот в панели навигации у меня тут есть ссылочка «Заработок на файлообменниках». Но это основные файлообменники, которыми я пользуюсь. Давайте открою ее. Вот эти файлообменники. Зайдете и посмотрите. Это файлообменник, который действительно, ну, хорошо оплачивает вовремя. Тут можете скачать книгу, тоже там понадобится. Ну, в общем, ознакомиться не буду, там останавливаться, время ограничено. И вот еще я предлагаю для всех желающих, для всех, кто хочет заработать приличные деньги. Но чтобы закидывать ваши ссылки на скачивание не вручную и регистрироваться, а с помощью различных программ. Вот я тут предлагаю бесплатно вам скачать бесплатную программу Филин. Сейчас я ее открою. Вот как выглядит эта программа. Она абсолютно бесплатная. Хороший форум тут. Инструкции о программе, так, как ее устанавливать. Ну, только что-то у меня с картинками тут не очень получалось. Ну все, она так все работает, все. Ну, картинки почему-то у меня не грузились. Ну вот что касается этой бесплатной программы, абсолютно платить не надо. Там еще база сайтов есть к ней. Вот коротко об этой программе. А тут все посчитаете, вот о программе тут все подробно. Вопросы на форуме можете задавать. Что касается одной программы. Вот вторая программа. Post News, по-моему, первая версия. ALD News, вернее. Она взломанная программа, тоже абсолютно бесплатная. Ребята, видно, ее подломили. Так что тоже можете скачать и пользоваться. Все тут картинки тут грузятся. По-моему, тоже база данных есть. Все, в принципе, работает, но я так использую у себя последнюю версию. Post News 9, вот она. Ну, ее нам нужно будет покупать вам. Потому что, ну, или там в интернете поищите. Надо, чтобы она заработала, вам надо будет ставить свой логин и пароль, который вам вышлет. Стоит она где-то от 15 до 20 долларов. Там последняя база данных на 50 тысяч сайтов, DL сайтов. Так что у вас реальная возможность заработать деньги. Давайте перейдем на мой сайт. Да, короче, вот тут, смотрите, у меня есть вот эта программа.
бесплатные вот эти две штуки. Вот эту программу после с 9 за деньги. И еще у меня есть, тут я предлагаю полностью скачать видеокурс, он небольшой, 80 мегабайт. Вот видеоуроки скачать, и там не я объясняю, там объясняет профессионал, как делать. И вот еще для всех, кто зарегистрируется на моем сайте, я оставлю вот здесь в комментариях ссылочку, ну, пожелание, кто хочет скачать полный курс по PostNews 9 последней версии. Я вышлю на почтовый ящик электронный, вышлю вам ссылку на скачивание. Там 12 видеоуроков. Весят они 350 мегабайт. И там автор вообще подробно разжевывает все. Тоже профессионал. Подробно все. Ну, в общем, изучите программу в короткие сроки. Так, давайте перейдем на мой сайт. В общем, поняли, комментарии оставятся здесь. С электронным адресом. Я выкину вам ссылку на скачивание. Я не хочу кидать всем своим пользователям. Кому интересно это будет, тому и кину. Так, давайте, вот мой... Запомните адрес сайта. Сейчас перейду на главную. Да, тут вообще найдете. Вот адрес. Мирзам.ру News.php. В общем, надеюсь, что информация моя была полезна. Это действительно реальный заработок. Давайте, удачи вам. До следующих встреч.